Так, дорогие друзья, чем занимаюсь? Готовлю кушать. Начистила картошку с морковкой у меня уже делается. И хочу суп сварить из капусты. У меня капусты своей чуть-чуть, просто в магазине охота бежать. Решила еще квашеной добавить. Мы тут делали в банке 3 банки квашеной капусты. Ну, а вот потом еще сделаем. Свежую с квашеной перемешаю и сварю суп. Муж сейчас пошел там. Я не знаю, она мне говорит, в контактах писала, но мне пока некогда смотреть. Попросили у нас инкубатор, ну, попользоваться. И вот он проверяет инкубатор. Сейчас отдаст там женщине, чтобы она... Потом она нам вернет его. Попользовалась. Так что вот такие вот дела. Я режу капусту. Вода у меня кипит уже. Пену сняла с бульона. И мясо надо еще замариновать. Еще не мариновала мясо, пока некогда. Сначала решила, что все для супа сделаю, а потом уже буду мариновать. Тем более, что картошку с курицей я хочу на ужин приготовить. На вечер, как говорится. Были в комментариях вопросы. Настя, скажи, пожалуйста, дети к зиме одеты или нет? Да, ребят, у всех все есть. Не переживайте. Слава богу, дети у меня одеты. Сама пофиг, а дети одеты у меня. Я всегда, когда вот и нынче, да, нынче у меня с зарплатой все плохо. Пока еще не разрешился этот вопрос. Но по поводу того, вот сейчас многие скажут, на что ты тогда покупала обувь детям. Ребят, вы не забывайте, что я получаю от 3 до 7. И поэтому, кому смогла, купила. Плюс заплатила за квартиру 3000. За свет у нас, за свет, за воду 3000 было. Вот заплатила. Поэтому вот так вот продуктов немножко взяла. Ничего. Не впервой не привыкать. Так что у детей у всех почти есть зимняя обувь. Ну вот у Маши пока осенние, плюс еще зимние прошлогодние у нее есть. До решения, я, видите, надеялась, что я еще получу зарплату с Ютуба, и тогда точно всем смогу купить. Но получилось так, что немножко у меня проблемы. Но ничего, как бы получилось сразу. Маше мы ходили, да, Маша? Маша, иди сюда. Вот с этой стороны встань, чтобы тебя видно было. Скажи, пожалуйста, мы с тобой ведь много, да, обуви зимней мерили. Угу. Тебе она нравится? Ну, некоторые тебе нравятся, а некоторые не очень, да? Угу. А почему мы с тобой не брали обувь? Можешь сказать? Потому что мне не нравится, моего размера нету. Да, ее размера нету, к сожалению. А которые ей не нравятся, мы даже не мерили. Мы проходили, вот сейчас мы даже скажем, мы с ней были в Березке, мы с ней были на рынке, мы с ней были в Крепаре. Где еще мы были? Там Радуга, магазин Радуга. Да. Туда мы заходили, тоже смотрели. Ну вот она, ну вот ей не нравится. Я ей сказала, давай будем смотреть те, которые нравятся. Которые нравятся, мы возьмем. Так ведь было? Поэтому вот кроссовки ей удобно или неудобно? Да. Вот, потому что пишут, что тебе неудобно в них ходить. Нет, плюс у нее есть прошлогодние зимние, но в них она гулять будет, чисто гулять. Для школы мы обязательно ей, да, Маша, купим зимние, те, которые она захочет. Просто еще у нас зимних вещей как бы сильно в город не завезли. А те вот, которые ей нравятся вот такие вот, как у Светы. Как у Кати, тебе нравятся? Тоже нравится. Но опять вот размера ионного не было. Мы мерили там, и мы когда с Катей ходили, Маше там ей понравились розовые, да, по-моему? Мы померили, но они вот настолько большие. Зачем брать большие? Не хочу, потому что ей будет неудобно ходить. Я знаю, что вы сейчас напишите, Настя, надо было взять. Нет, ребят, они сильно большие. Куда ей настолько на вырост? Да ну вас на вырост. Пусть ребенок уже выбирает сам, какую ему обувь надо. А не ту, которую я хочу. Потому что я понимаю, что у меня вкуса нет. Ну иди, Маша, иди делай. Что там делаешь? А то я тебя отвлекла.
Так что вот такие вот, ребята, у нас дела. Пока капусту нарезаю, уже и почти все рассказала. У Вани с Мариной есть тоже обувь. Кто-то писал, вы Оксане ничего не взяли. Ребят, если вы не помните, то, может, конечно, вы новенькие на нашем канале, то Оксане, Ване и Марине мы заказывали через Валберес. И вся эта обувь... Ну, я постараюсь потом занести, показать. Я сегодня только Ванину, по-моему, занесла, так как у Оксаны еще есть другие сапоги. Поэтому покажу обязательно. Но мы им заказывали на Валберес сапоги. Оксана, мы ей, Оксане, заказывали 4 пары или 5? 3 пары. И она среди трех выбрала те, которые ей больше всего нравятся. Я решила так, что я не буду по своему вкусу уже ничего детям заказывать, покупать. Мы с ней просто выбирали, когда на сайте сначала. Мы с ней вместе выбирали. А потом, когда пришли, конечно, картинка на компьютере и в наличии, это совершенно разные. И мы уже мерили, в которых она походила по залу, по Валберес, там вот где у нас примерочная. И она смотрела, в которых ей были удобно. Те мы и брали, по сути. Также написали, Настя, почему ты себе ничего не купила? Ну, ребят, я подожду. У меня есть там кроссовки. Я сегодня ботинки нашла свои старые. Хочу их подклеить. Клеим и пока похожу. Сначала надо с детьми решить уже все. Кому что еще надо будет добирать. А потом уже я решу с собой. Я и в том году проходила ползимы в кроссовках. Причем в осенних, в летних, осенних. Так что ничего страшного. Похожу опять так. Фу, мне привыкать, что ли? У меня всегда так. Так, ладно, капусту я нашинковала. Получилось вот так вот полтарелочки. Тарелка, конечно, старая уже, но она хорошая, прочная. Кочерышку вам почистить будете есть? Сейчас скажут, ну пипец, мамаша дает кочерышку детям. Если вспомните, то мы в детстве обожали кочерышку от капусты. Солью. Классно было. Вернуть бы сейчас те времена. Сейчас, Оксаночка, подожди немножко. Так, очистила, сейчас нарежу вам и дам. Кочерышку, кто захочет, тот поест. На, унеси всем. Оксана не хочет тут просто появляться, насела и сидит тут. Ладно, дорогие друзья, варю дальше суп. Вы пишите ваши вопросы, я постараюсь на них ответить. Вы извините, что я так совсем наклонила. Постараюсь на них ответить. Поэтому могу сказать, что у нас все хорошо. Дети все одеты, обуты. Сейчас каникулы. Дистанционно опять обучение. Каникулы с учебой у девочек нормально все. Просто Катя, вот многие говорят, что там у Кати случилось. Катя просто скатилась на тройке. У нее раньше четверки, пятерки были, она скатилась на тройке. Поэтому за Катю тоже усилено. Света у меня на контроле, поэтому все хорошо. Я надеюсь, со Светой мы поговорили. У Светы многие говорят, что надо наказать как-то ее. Света и так наказана. Пойдемте, я сейчас буду капусту заложить, чтобы варился. Мася, села тут возле печки. У Светы забрали мой телефон. Света наказана на телефон. Весь год она будет у нас без телефона. Раз она не хочет учиться, не хочет по-хорошему, будем по-плохому. Вот так вот мы решили. Учителя в курсе. Если где-то что-то будет Света у нас бедокурить, учителя мне сразу сообщают. В школу буду сейчас чаще ходить. Будем решать так проблемы. Сначала свежую закину, а квашеную позже закину капусту. Напишите, как вы щи варите. Вкуснятина. Попозже закину. Ладно, пускай у меня варится. А мы будем дальше готовить, кушать. Так что вот такие вот дела. Сейчас лук нарежу, морковку надо натереть. Все приготовить для зажарки. Стараемся что-то по мере возможности. У нас сегодня еще больше снега выпало. Дети сейчас... Пока Оксану я сейчас посадила читать, сказала, прочитаешь то, что надо, тогда и пойдешь гулять.
Сейчас каникулы. Оксана у нас читает. Катя у нас делает контрольные. Я просила учителя, я вам уже говорила, что я учителя просила дополнительные задания для Кати на каникулы. Поэтому Катя у нас дополнительные задания сейчас выполняет. Света тоже будет сейчас делать дополнительные задания и все вот это вот решать. Так что вот такие вот у нас дела. А так в целом все хорошо, ребят. Можете не переживать. Спасибо, конечно, за вашу поддержку. Огромное причем спасибо. Ладно, буду готовить. Если интересно, то оставайтесь, подписывайтесь на наш канал. Мы будем очень рады новым подписчикам, новым друзьям. Более подробно, если хотите что-то о нас узнать, можете написать мне в личку. И мы с вами можем созвониться, пообщаться, и вы прекрасно все узнаете. Ладно, дорогие друзья, берегите себя, берегите свое здоровье. Это видео сейчас, наверное, загружу, выпущу. Пока готовлю. Руки-крюки, не с того места растут. Ладно, дорогие друзья, всем говорю пока-пока.